Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим об изменениях, касающихся имущественных налогов. Это налог на имущество организации, транспортный налог и земельный налог. Некоторые изменения относятся к формированию налоговой базы, но все-таки основные корректировки, внесенные в налоговый кодекс, касаются взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов, а также порядка получения налоговыми органами информации по вневедомственному обмену. Смотрите на видеоконсультанта.